Смотрите в пятницу 2 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки о трех собаках и одной кошке, которые готовы уйти из приюта к своим владельцам. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Каких диких животных спасли из дикой природы, и всегда ли стоит это делать? Самарский зоопарк, новый дом для диких животных. И гость в студии, заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе государственного бюджетного учреждения «Самарский зоопарк», кандидат биологических наук Александр Кузовенко. Смотрите обо всем этом в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 2 декабря в 18:15.